Привет, привет. Вы на канале «Включи папу». Тимошенька, привет. Привет, Богданчик. Сейчас мы идем по Большому каньону Крыма. Дошли до Голубого озера. Вот. Дальше у нас идет по тропе Яблочный брод, как это называется. И мы держим путь к этому. Сейчас вспомню. Ванна молодости называется. Вот именно в ванной молодости мы хотим искупаться. Также Голубое озеро еще называют озеро любви. Есть поверье, если здесь искупаться, то будет крепкая и долгая любовь. Вот. Но честно, мы зашли в эту воду, она настолько холодная, что сдавливает весь организм, очень холодный, очень. И мы стояли, решали, скупаться нам, не купаться. Ну, так подумали, ну, пока не будем искупаться, пойдем дальше, ну, в ванну молодости, там искупнемся, будем назад идти, будет желание, мы все равно будем возвращаться по этим тропам, будет желание, тогда искупаемся. А где? Голубое озеро или озеро любви? Купание в озере даст вам силу любви, которая будет окружать вас все оставшееся время. Именно эта сила дает возможность человеку познать любовь. Там будет яблочный брод. Ванна молодости. Так, ну вот мы прошли почтовый дуб, проходили. Вот, начали с кордона, почтовый дуб. Сейчас мы в Голубом озере. 6 километров прошли. Дальше идет яблочный брод. Яблоневый брод, источник Пания. Ивана молодости вот здесь вот идет. Сейчас спустимся вниз, сделаем небольшой привал. Очень хочется уже кушать. Надо подкрепиться, набраться энергии и идти дальше. Потому что без энергии человек просто дальше не уйдет. Еда – это сила. Кушаем? Да. Надо подкрепиться, да? Да. Чтобы были силы. Чтобы была энергия. Чтобы да, мы могли идти вперед. Вот такой вот походный бутерброд. Сало, да. Помидор и хлеб. И вода. Наши лучшие друзья. Да? Да. Ну, вот он, самый яблоневый брод, как видите. Ну, вот он, я так понимаю, там он и есть. Почему яблоневый брод, не знаю. Вот, вот. А, он туда, да? Ага. Ну, а ванна молодости туда, да? Так правильно идти. А, спасибо большое. Сейчас идем в ванну молодости. Называется источник Пания. Этот источник считается святым. Здесь люди могут искупить свои грехи. Естественно, здесь надо умыться или покупаться. Считается, что искупляются грехи. А мы?
Это не на море. Я не знаю, где мы. Вот мы. Наверное. Вот. Я не знаю, где мы. Сейчас мы в источник купания, а потом будет Ванна Молодости. Следующая остановка, конечно. Ванна Молодости. Воды, да, конечно, наберем. Что, может, бы не взял ее, вылил? Воду. Я не читал, вы можете нажать на паузу и прочитать о источнике Пани. Посмотрите, как там красиво. А в кранах какая вода, да? Грязная. Сейчас пойду поближе, подойду. Тимошенька, смотри, как красиво. Как-нибудь мы с тобой сюда еще приедем. Еще опять Тимош. С тобой, с Богданчиком, с Аленкой еще приедем сюда. Смотри, какая красота. Сыночек, Тимошенька, где помахал? Но источник Пани. Ну как? Хорошо. Вода святая. Русь. Мужики. Давай еще. А тебе, кстати, хорошо и босиком вот так ходить, и вот такой вода. Так что-то мы засиделись, братцы, не набрали на мысли. Отца, Русь молодая, силы не видит, а вот города. Так, ой! Чувствуется, как грехи уходят. Смотрите, какая над нами возвышается скала. А это вот такие вот ванночки. Богданчик, ты будешь здесь купаться? Только сейчас, давай. Сейчас? Да. Может, там, где потеплее? Давайте потеплее. Где? Давай, иди вот по вот этим тропинкам. Вот мы и дошли до ванны молодости. Ванна молодости сохраняет чистоту. Сейчас будем купаться. Вода холоднючая. Thank you.
Ты говоришь, я готова. Сейчас, я готова. Ты готов? Да. Давай, омоложайся. Здорово, Кать! Подержи, подержи. Посмотри, как мама плавает. А я видел. Омолодились. Понравилось видео, ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока.